Ребята, всем привет! Я очень рада, то, что я снова снимаю влог, потому что у меня был такой нормальный перерыв. Что изменилось с моей кожей? Я не знаю, стала ли она лучше именно на видео. Вот этот урод портит все, что наверху находится, потому что остальные они, конечно, тоже портят. И он не замазывается. А еще я накрасила себе нижние ресницы, и мне кажется, выглядит очень грязно. Я такой не люблю. Вообще, мне кажется, я такая черная стала. Брови, я же их осветляла, мне кажется, сейчас они такие черные. Кстати, мои волосы, моя длина. Тут есть нарощенные, но их немного, они только вот здесь, на этой части головы. Они закрывают мои короткие волосы, хотя вот это вот тоже мои. Ну, короче, а сзади все равно, то есть у меня волосы сейчас вот такой длины, и мои, и чуть-чуть нарощенных на висках, потому что у меня здесь вот, типа, как, вот видишь, вот видите, вот эти короткие. Вот, мы их перекрывали давно еще, но тут у меня капсулы, которые я пока не снимаю, потому что, во-первых, боюсь, не знаю, что получится, и как я их сниму, и вообще будет ли все окей. Что касаемо длины, мне нравится, в целом неплохо, пожить так можно. Может быть, даже и не буду наращивать, не знаю. Очень удобно сушиться, мыть голову. Я по привычке очень много шампуня выдавливаю. Потом думаю, господи, зачем так много? У меня же не столько волос сейчас. Вот. Так что рассказываю историю. Вчера у Вивочки я достала клеща. Вычесала ей его. Вот, он на нее не присосался, я уже в сторис рассказывала. Был он у нее около морды, поэтому, если вдруг вы гуляете с собачками на даче, в первую очередь смотрите особенно морду, потому что они засовывают свои мордочки в кустики всякие, в цветочки, там клещики могут сидеть. Сегодня очень хорошая погода, я еще не была на улице, поэтому спешу скорее туда выйти. Вот такой вот прикид у меня. Хотела сегодня съездить в Москву, забрать какие-нибудь вещички, но решила, что сегодня никуда не поеду, потому что погода огонь. Больше всего мне интересно потом смотреть видос, когда я монтирую, где и как у меня видно мою чуть-чуть не идеальную кожу. Вот, у меня есть кофе, поэтому сейчас я пойду на улицу пить кофе и кайфовать. Мне кажется, у меня такие глаза сейчас. Жесть. А еще у меня опять ресницы на магнитах. Я заказывала себе на Wildberries, кто не в курсе, эти реснички, потому что меня спрашивают. Просто заходите, пишите ресницы на магнитах и все. И мне позавчера прислали, или вчера, или позавчера. Позавчера мне привезли еще одну мой заказ. Я заказывала вот такой чехол на стул, потому что он очень старый. И его надо выкинуть, и мы так и сделаем потом, когда можно будет купить другие стулья. Вот, но пока что я решила на него чехольчик надеть, потому что выглядит не так стрёмно. А, заказала еще ресницы, те, которых у меня не было, которые с двух сторон длинные, то есть обычно у меня на магнитах наверху длинные, а снизу я две маленькие прицепляю на магнитиках. Вот, и я решила попробовать заказать ту, где наверху длинная, внизу длинная, но мне прислали то же самое, что у меня и было почему-то. И заказала еще одни реснички, которые точно такие же, только там намного больше ресниц, они более густые, и я их испортила, потому что пока пыталась разъединить эти магниты тупые, у меня, в общем-то, просто оторвались ресницы, а магнит так и остался приклеенный к другому магниту. В общем, это очень неприятно, прискорбно, но пока что у меня есть эти ресницы, все нормально, буду ходить так. Все-таки я не готова ходить без каких-либо ресниц. Каждый день мы здесь гуляем, кушаем шашлыки, ходим к соседям нашим, друзьям, либо они к нам приходят, так и проходят наши денечки. Ну все, я пошла на улицу. Сейчас буду пить кофе, я включила вентилятор, потому что жарко, хотя можно было просто везде открыть окна. Вивочка, пошли гулять. В спортивной форме от Пумы и... Правда, я иду не на пробежку. И вот такие вот галоши 43-го размера. Господи, сегодня просто офигенная погода. А еще, помните, если вдруг вы знаете, смотрели мои старые блоги, где у меня на заборе, точнее не на заборе, а на гараже было написано «курица». На моем гараже написано всякая хрень. И, конечно же, это писала не я. И именно на моем. Вы знаете, что мне больше всего нравится? Я мечтаю все это отмыть. И мечтаю поставить здесь какие-нибудь видеокамеры, чтобы наблюдать за этими негодными детьми. Понимаете, я такая звезда, тут меня все знают. На даче куча дел. Здесь у нас есть вот такая качалка, но там сзади мусор, какой-то пыль. Все это мне хочется убрать. И наверху, на втором этаже, у нас подушки для этой качалки. Нужно их почистить.
от этих пуха кошачьего волос и сюда поставить, в общем, и сидеть с кайфом. А вообще можно было бы, кстати, ее немножко даже подвинуть сюда. И хочется какой-нибудь столик, можете сидеть, кайфовать, потому что, блин, на улице кайф. И я переживаю, что скоро погода испортится, потому что обычно так и бывает. Сейчас я иду, вообще не холодно, ветра нет. Хотя, нет, есть очень маленький ветер, но он не холодный. Мама тебя звала, ты что, не идешь гулять? Все равно жарко. Я открыла дверь, поставила дверь с этой сеточкой. Все равно жарко. Почему он тут такой длинный волос? Откуда он? Короче, ребята, хочу познакомить вас с Дашей. Даша — это моя подруга детства. И мы с ней на даче дружили с самого вообще... Да с горшка, блин. Да. Вот, и мы сейчас идем и как раз увидели Дашку. Так что вот, зашли к ним на район. Погода сегодня огонь. Да, ощущение. Жарко вообще. Мне сюда едем. Ну смотри, если есть желание, ради бога. Здрасте. Здрасте. Не бойся. Короче, пасмурно все равно. Но я не против, когда пасмурно, когда нет солнца. Главное, чтобы было тепло. Я всю ночь не могла уснуть, потому что мне казалось, что по мне ползают клещи. Очень долго не могла уснуть. Даже считала опять, да, как я вам рассказывала. Раз. Два. И все равно не могла уснуть, потому что вот я считаю и чувствую, что как будто бы по мне кто-то ползает. Хотя, ну, это просто в голове. Сейчас, наверное, займемся качалкой, посмотрим, обустроим там все. Хотя, вероятно, что сейчас дождь будет, потому что такой вот ветерочек. В общем, рассказываю. Я решила со второго этажа снять вот эти подушки, которые идут на качалку. Сейчас я пойду там подметать, потому что, по-моему, дождик закончился. И мне хочется там навести красоту. Вот, но все равно на ночь, наверное, надо будет убирать эти подушки, чтобы они не промокли, если вдруг будет дождик. А тут я создала вот такую атмосферу с какой-то старой подушкой. Положила ее. Туда положила буковку своего имени. Когда-то мне эти буковки делали из подушек. Вивочка, иди. Я для нее там сделала, чтобы она там с кайфом сидела. Иди, иди. Залезай на подушку. Покажи, как ты сидишь. Залезай. Теперь она может здесь сидеть и смотреть в окошко, моя рыбка. Да, мой хороший? И вот так она сидит и смотрит, моя мусечка. Ты моя рыбочка. Классно, да, мама сделала? Чтобы сидела в окошко, смотрела. Мягенько. Тут приоткрыто еще окошко. Такой свежий воздух идет. Ну, ты мой хороший. Я позвонила Карине. Она что-то там готовила. Сказала, что ей неудобно со мной болтать, потому что она хочет записывать все это для сторис, как она готовит. Поэтому мы с ней сегодня не поболтали. Теперь Виве будет удобнее сидеть и гавкать тут на соседку. Думаю, что она здесь счастлива. Итак, мой вердикт. На даче свежо, не холодно. Сейчас мне нужно вот эту хрень убрать. Ох, я не знаю, зачем она там. Но она наверху лежала, понятное дело. Вообще, по-хорошему бы эту хрень помыть. И, в принципе, я могу этим заморочиться, знаете ли. Принести ведро, взять сиф. Блин. Господи, какой паук. Он прям в черной точечке спрятался. О, твою мать. Боже. Спокойно. Ё-моё. Причина, по которой я не люблю дачи. Короче, не знаю, мне хочется отрезать эту хрень, потому что она настолько грязная, мне кажется, ее лучше просто выкинуть. Но она здесь зачем-то лежала. Ну,
Мне кажется, хватит ей здесь лежать. Идем за ножницами. Итак, я взяла сив, ведро, губку. Так. Давайте снимем до. Я не знаю, что у меня получится сделать. Возможно, ничего не изменится, но мне кажется, все равно она станет чуть светлее. Хотя, по-хорошему, ее бы просто чисто покрасить, знаете, в белый еще раз. Это можно. Только краски нет. Так, сейчас я это отрежу. Все. Пошла отсюда грязная штука. Фу, это дохлый червь. Пока здесь поставлю. Потом разберусь. And tell you you're fine. I could be lying the rest of the night, but I won't do it. No, no way. I'm saying so. I could pretend that you're doing okay. I could give in when you want it your way, but I won't do it. No, no way. I'm saying so. Не знаю, надеюсь, что будет видно на до и после каком-то. Но действительно стало намного чище. Прям очень намного. Ну, где-то пошарпанное, где-то уже, мне кажется, хрен ототрешь. Что я пыталась, но что-то как-то не это. Сейчас я уже обычной водой протираю. Чистой. Но все равно стало намного лучше. Плюс это подушками закроется, будет норм. А вообще по-хорошему краску реально купить белую и замазать. Фух. Так. Я рада. Хорошее дело. Сейчас осталось вот это убрать. Ребята, вот мой обед. Дошик. Не ври, это завтрак. Да. Да, я просто еще не кушала, нет времени что-то сделать. Вот, сейчас быстренько перекушу, а вечером уже хорошо спаем. Да я не очень дошик люблю. Болтаем с Кариной, я ей показывала, что делаю. Вот я вам показывала, как я мыла эту качалку, а я уже помыла вот эту штучку при входе в дом, которая стеклянная. Сейчас вам тоже покажу, но я просто пока протерла от пыли, надо будет все равно еще пройтись, чтобы разводов не было и все такое. Так что жду, когда заварится.
Устала, но погода огонь. Мы вот с Кариной болтаем о том, что мы не собираемся в этот... Москву. Да. Что сказать? Не знаю. Привет всем! А ты что кушала? А на завтрак? О, лучше не спрашивай. Очень много всего. На завтрак я кушала творог с ягодами и овсянку с ягодами и один авокадо-тост. Все вместе, да, не удивляйся. А на обед я съела салат с лососем и фасолевый супчик. И это все, что я сегодня съела. У нас есть, кстати, грудочки всякие, можно было бы пожарить. Я даже панировку взяла, причем Слава мне напомнил про панировку вчера в магазине. Молодцы какие. А я люблю больше без панировки. Знаю, а мне с панировкой нравится. Вот такие панировки у нас разговоры. Да, такой фигни иногда говорим. Сейчас я вам покажу, что я помыла. Постоянно то капает дождь, то его нет. В общем... Вот эти стекла наверху, правда, там не везде смогла достать, хотя я на стул вставала. Вон там я только с той стороны не помыла. Теперь чище стало. Дверцы я тоже мыла, но внизу, видимо, какой-то этот рабочий материал. В общем, ладно, все равно еще буду мыть не один раз. Но в любом случае стало почище. А, погода такая странная, то дождь, то его нет. Вот тут вообще стекло треснуло, мне так страшно было его протирать. Мне кажется, уже можно положить подушки и сидеть. Она наверняка 100% уже высохла. Так что сейчас положим и посмотрим, что получилось. Я снова стул так поставила, чтобы не намокло. Так что пошли подушки брать. Особо нечего. Отдыхаем потихоньку. Вот, и так тут, конечно, еще столько дел. А вообще, вот я смотрю на этот пол, и мне так хочется новый пол. Этому я не знаю, сколько лет. Сюда бы что-нибудь это... бетона бы налить красивенько. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Хочется освежить так называемое. Блин, я поняла то, что здесь из-за того, что свежий воздух, я утомляюсь быстро и хочется спать. Зеваю. Такая прям вся. Вот прям на даче, мне кажется. Чё? Да я прошел игру просто. Грустно как-то. Пустой взгляд. Закончилась история и продолжение так себе. И это больше похоже на драму. А какую игру ты прошел? Red Dead Redemption. Да ладно? Да, игра классная. Юлечка гуляет. Мы вышли на вечернюю прогулку. Как всегда, прогулялись до мусорки. Небо. Кайф. С друзьями гуляем. Правда, их не видно, но они есть. Это Тёма. В общем, ребята, сейчас я буду монтировать этот влог.
Поэтому я с вами прощаюсь. Надеюсь, что он вам понравился, хоть он был и короткий, но завтра буду тоже снимать. Надеюсь, будет более длинный и интересный влог. Так что всем пока!